Мы працуем не только на национальном уровне, когда помогаем писать скарги у национальные суды особым, которые приговорены, але так само мы помогаем писать звороты у комитета ООН по правам человека. За час нашей компании разглежено 5 таких справ, еще 2 справы чекают своего разгляда в комитете ООН, ну, скажем так, разглядаются в комитете ООН по правам человека. Так вот, по этих 5 справах вынесены шерох порушений, побачил комитет шерох порушений пакта и разных кшталту артикулов, в том числе и артикула права на жизнь. По одной справу, про на ком мы зараз трошку больше остановимся, комитет ООН по правам человека рекомендовал Республике Беларусь на протягу 180 дней после вынесения этого решения проинформовать граждан на русской и на белорусской мове про разные кшталту информационные возможности, сроки массовой информации о выниках разгляду этой справы. Сейчас я кажу про справу Владислава Ковалева. У нас тут присутничая мати Владислава. И, ведаете, Беларусь не выполнила этой рекомендации, Беларусь не информуя своих граждан об том, что комитет ООН побачил порушение права на жизнь и иных прав по этой справе. Мы распечатали решение на брошюры, где указано больше нарушений. Те брошюрки мы распространяли по судам, по прокуратурам всевозможным, в том числе еще была прокуратура и военная. В общем, где возможно было юристам всех категорий. Единственное решение, которое нам разрешало, это СИЗО, это КГБ. Они никак не хотят соглашаться с этим решением, и мы неоднократно туда им отправляли решение, и все равно они нам возвращали. Но те суды, куда нас пускали, здание суда, интерес был даже у судей. И они спрашивали эти брошюры, по возможности, просто в личном контакте распространяли. То есть там больше как бы для юристов. А вот на маленькой такой брошюрке здесь мы совсем немножечко указали хотя бы самую суть этих нарушений, потому что невозможно все это сделать.